13 встреч, более 100 поднятых проблем, около 60 тысяч зрителей. В общественной палате подвели итоги цикла встреч «Час с министром». Инициатор проекта – глава республики Владимир Уйба. На протяжении нескольких месяцев министры встречались с общественниками, рассказывали о работе ведомств в прошлом году, делились планами на этот. Задать вопросы руководителю отрасли могли не только эксперты палаты, но и обычные пользователи сети. Брифинги транслировались на страницах общественной палаты в социальных сетях. До самой встречи получали вопросы, давали министру, не для того, чтобы он хорошо подготовился, а для того, чтобы людям конкретно ответил, эту проблему он собирается решать или не собирается. Отписка нас не устраивала. Ну и кроме этого, вопросы поступали в ходе самой встречи. Мы эти вопросы передавали, в принципе, министру. Параллельно общественники готовятся к предстоящим выборам в Госдуму России. Пройдет голосование 19 сентября. К этому дню специалистам общественной палаты необходимо обучить 3000 наблюдателей. Заявки на участие подало 2500 человек. Прием анкет продолжается. Прием анкет продолжается. Вы можете позвонить по телефону, который обозначен за нашими спинами, проговорить возможность и формы включения в работу общественного наблюдателя или узнать всю подробную информацию на сайте Общественной палаты Республики Коми. И там же расположена анкета. Обучение общественных наблюдателей уже началось в Сосногорске, Прилузском районе и Усинске. В Сыктывкаре пройдет 6 семинаров. На площадках эксперты расскажут о работе наблюдателей, законодательной базе, о возможных провокациях. Впрочем, новые знания получают не только начинающие, но и преподаватели. Совсем недавно Дмитрий Сизев и Галина Лапшина вернулись из Санкт-Петербурга, где проходил форум муниципальных общественных палат. Сделали вывод для себя один, что наша палата движется в правильном направлении, что повестка палаты Республики Коми, она созвучна с федеральной повесткой общественной палаты. Более того, по многим направлениям пришли к выводу, что у нас более грамотно и правильно выстраивается работа палаты. Мы по многим направлениям впереди,